Друзья, всем привет! В прошлый раз я сделал видео про Финика и высказал свое мнение, что, по-моему, у Финика такая же судьба, как у Qubit Life, Qubit Tech, называйте как хотите. И почему я так думал? Потому что все проекты, кто начинают делать свой вывод только своих токенов, как правило, скамятся. Ладно, на Финика я не сказал, что он заскамится, я сказал, что, скорее всего, он погаснет. Вот так правильное слово, да? И посмотрим, что изменился после этого, когда я сделал свое последнее видео. То есть, однозначно, Финика, то есть токен Финика является полноценным шиткоинов, потому что он никому не нужен, кроме тем людям, кто, наверное, работает в Финику. Почему обычно переходят на токены? Потому что касса пуст, нечем платить, и это самый обычный ход, чтобы якобы оставить бы иллюзии, как будто бы он платит. Как был с Кубитеком, там 3 секунды скам, но тут он хоть как-то пытается. Так, посмотрим, вот у меня есть пару скриншотов, например. Я не знаю, как это будет видно. Сам Доронин попросил своим лидерам, что, пожалуйста, не делайте выводы более чем 10% токенов, чтобы не убить проект. То есть, чтобы люди, кто якобы лидеры Финико, сказали бы своим людям, ну не надо вытаскивать деньги из проекта. Ну, я не знаю, это ваши инвестиции, вы имеете их право забирать тогда, когда вам это удобно. И еще второй скриншот у меня от биржи, где торгуется ФНК. Но там откровенно говорят, что имеем дело с шиткоином, что, пожалуйста, люди, осторожно туда инвестируйте. Ну, я с этим, конечно же, даже согласен. И вот посмотрим, что творится самым курсом. Что где-то-то он еще торгуется на 31 доллар за монету. В тот момент, когда я записывал видео, что, скорее всего, проект очень быстро погаснет, и все здравомыслящие люди будут оттуда пытаться вытаскивать деньги, он еще стоил 160 долларов за монету. Но сейчас вы сами видите, что творится. И, например, вот смотрим на одних из бирж, вот где он торгуется, да, что Финика торгуется у нас на Uniswap, и еще, так, где это у нас получается, еще на BitHump. Так, что творится на Uniswap? Ну, в Uniswap вообще все печалька. Ну, к сожалению, моя же фотография вас мешает, вот пытаюсь вам показать. Но, в принципе, тут торговаться нечем. Что все люди, у кого руки, ноги на месте, вывели эту монету быстро и резко. И что творится на самом бирже? На бирже, вот, ну, тут он еще торгуется на 31 доллар за монету, но я думаю, это уже ненадолго. Скорее всего, и там он упадет совершенно на нет. Потому что монета сам по себе не стоит абсолютно ничего. Это самый настоящий фантик. Ну и, друзья, что я могу в итоге сказать, что очередной урок для людей, кто пытаются заработать быстро в каких-то хайпах и большие деньги заработать. В итоге, что вы добиваетесь? Вы потеряете людей, кто вас верили, смотрели ваши каналы и кого вы якобы обучали зарабатывать. Что я общался с очень многими людьми, кто продвигали Qubitek и тот самый Finico. И все мне говорят, что у всех людей есть своя голова на плечах. Да, друзья, с этим я полностью согласен. Но я считаю, что вы имеете, ну, то есть вы берете полную ответственность за людей, кто инвестирует в те проекты, куда вы советуете. И это единственная причина, почему я никогда не инвестирую в хайп-проекты. Потому что для меня очень важно люди, деньги людей, то есть, чтобы они обязательно заработали и не теряли бы. Не надо говорить потом, что якобы они глупые, что не разобрались. Если человек делает свою первую инвестицию, послушав вас как финансового консультанта, он ничем не виноват, он вам доверялся. Так что, друзья,
Если вы хотите себе надежные инвестиции, естественно, в каждой инвестиции имеются риски, но тем не менее, ссылку вы найдете в описании под этим видео, куда именно я инвестирую. И на данный момент я считаю это очень консервативным и надежным направлением инвестиций. Но там тоже есть риски, но они настолько взвешенные, чтобы потерять бы там деньги, я не знаю, что должен случиться. И вывод будет в любом вам удобном монете. То есть биткоин, этериум, тот же USDT. Не надо, если вот проект начинает что-то мудрить там своими токенами, но это первый знак скаму. А с вами был, как всегда, я, Ролан Морозов. Если это видео было вам полезно, ставим лайк. И что, друзья, подписываемся на мой канал. И зарабатываем. Зарабатываем честно. И главное, быстро. Всем пока, друзья.